Всем привет, дорогие друзья. Ой. И, в общем-то, сегодня мы с вами будем ловить рыбку на бойлы, пробовать. Тут ловится на бойл травы у нас. На вассардами получается. На вассардами ловится лещ, да? И можно поймать карпа зеркального на бойл клубника. Посмотрим, что мы вообще сегодня и на фрукты можно, и на капусту. Ну, посмотрим, в общем, что мы сможем на это словить. Так, сюда мы с вами, значит, такие... Насаживаем вот это дело, клубничку. И, наверное, мы поставим крючок. А крючок, наверное, поставим. Однерочку поставим. Давайте однерочку, наверное. Здесь будет клубничка, правильно? Это мы убираем спиннинг. Достаем этот. И сюда мы тоже ставим единичку. И ставим траву сюда. И убираем. Сейчас я пробегусь, посмотрю, что тут можно пособирать. Можно ли вообще здесь что-то собирать? Потому что здесь туда нельзя тыкнуться, вот сюда. Тут на берегу я вообще не уверен, что что-то есть. В общем, сделаем кружок и где-то начнем рыбачить. Кстати, кто хочет посмотреть полное прохождение игрулечки, полностью с нуля, как я начинал, я новичок в этой игре, держу в курсе. Вот, можете нажать в описании на плейлист, нажать на самое первое видео и посмотреть все видео удобно. Они все будут сами включаться по порядку. Не забывайте лайки, пожалуйста, тоже ставить и комментарии писать в поддержку. Также подписочку оформлять. Канал у нас новый. Пока что фреш. Свеженький, да? Надо его потихонечку нам как-то расшевеливать. Развивать. Так, ну в общем-то, сейчас я где-нибудь припаркуюсь. И мы с вами будем рыбачить уже. Блин, тут можно брать лодку. Ну и фиг его знает, у нас лодки будет, клевать не будет. Ну можем попробовать, можем попробовать. Конечно, просто... Колокольчиком я тогда сидел, но колокольчика не было видно. Может, так оно и должно быть, слушайте. Так, это что, бесплатно получается, да? У нас есть каяк. Есть два вида лодки. Грибная лодка. Холодильника нет. Понял. Нам не надо холодильник, спасибо. Так, нулька мы в час. Подождите, садимся. Весельный ход. И поднять якорь, да? О, поплыли. 7 км в час. Нормальненько, слушайте. Ночная рыбалочка такая у нас. Так, куда поплывем? Надо куда-то подальше заплыть, куда закинуть нельзя. Иначе смысл мы лодку-то взяли. Блин, ну на атоме мне понравилось на лодочке плавать. Классно было. Так, ну давайте, наверное, где-то здесь остановимся, попробуем тут что-то поймать. Так, кидаем якорь. И пробуем закидывать, забрасывать. Слушайте, а можно удочку-то здесь как-то хоть ложить с нее? На ней. А, нет, можно. Можно, можно. Все хорошо. Все хорошо, молчу, все замечательно. Так. Ну и пробуем. Блин, а тут что, никуда не положить, да? Я затыкал уже совсем все здесь. А что, только одну удочку можно ложить, что ли? Ё-моё. Как печально. Блин, а я думал две. И что, её в руке держать? Она ж не зазвенит тогда или зазвенит? Ё-моё, вот это печально. И что, на спиннинг пытаться? А я, кстати, на спиннинг же тоже наживочку купил. Ну капец, короче. Ладно, пробуем на спиннинг тогда, вот на эту колебалочку. VIP Rival 18 грамм, именно 18, потому что здесь на водоеме ловится на нее щучка 18 грамм. Вот именно вот это, да, я посмотрел. Ну и просто интересно попробовать другой какой-то наживкой половить. Смотрим, что, ждем поклевочку и продолжим. Не, должно все работать, по сути. Просто колокольчик не отображается на удочке. Просто его не видно. Он типа есть. Да если даже он не будет звенеть, мы все равно увидим, что клюет. Должно работать. И прикол с берега рыбачить в том, то, что ты можешь несколько удочек, да, поставить, а здесь только вот так вот. Ну, то есть две только. Попробуем ночью половить. Ночью щучка должно хорошо клевать. Должна.
Не, короче, погнали-ка на берег. Что-то нихера тут не клюет, я не знаю. Надо бы, наверное, попробовать все-таки нам на берегу порыбачить. По-любому на берегу что-то должно клевать. Красиво сделано, вообще класс. Просто кайф. Надо по-любому попробовать с берега половить. Ё-моё, где причал-то? Мы, во-первых, сразу тремя будем пользоваться. А во-вторых, тут по-любому что-то должно ловиться, да? Мы же можем, наверное, хоть где вылезти, правильно? Здесь можем вылезти? Или не можем? Весельный ход. Веселый ход хочется прочитать. Можем? О, классненько. Все, сидим тут тогда. Забрасываем. Пробуем тут что-то поймать. Ну, это надо в определенных местах тоже ловить, где клюет. Но я пока в чате не спрашивал, где именно клюет. Поэтому будем так. Что-то доклюнет, думаю, все равно. Нормально, сидим здесь. Так, друзьяшки. Скидываем спиннинг. Что-то клюнуло первый раз здесь. Ну, по островатому, если судить, это что-то маленькое, конечно. Но выглядит не маленьким, да? Это у нас карп зеркальный. Прикольно. Впервые мы такую рыбу с вами ловим. Килограмм 400, да? Кстати, мы не взяли задание. Какие тут задания? Тут только сама можно взять от 12 кг. Ну, что, возьмем, пофигу, вдруг попадется. А мы ничего не можем взять из-за того, что у нас там взято, да? Ё-моё. Ну, это, конечно, да. Я не знал просто, что он 2 часа всего доступно. Если бы я знал, так не делал бы так. Не стал бы столько заданий там набирать. Взял бы их лучше завтра. Но опять же, можно сейчас попробовать поймать и завтрачка зайти быстренько. Чик-чик там утречком подрыбачить. Вот, дорогие друзья, только я, значит, нажал на паузу, и сразу же у нас поклевочка пошла. Пробуем вытаскивать. Ну, что-то хорошо. Ну, тяжеловато идет, тяжеловато. Что-то хорошее попалось. Попудово. Мы, кстати, можем прям по лодке ходить, нифига себе. Это можно использовать. В своих целях, да? Чтобы закидывать подальше. Встал на лодку и с нее кидаешь. А может, с лодки можно вылазить прямо на воде и ходить по ней и закидывать? Зачем? Все равно больше двух там нельзя удочек. Так. Пошла рыбешечка. Судак. Килограмм 800. Хорошо. Очень даже. Мне нравится. Мы такую еще с вами не ловили. Так, ну и в итоге у нас две рыбки закрыты, да, получается? Да. Ну, будем ловить. Будем разную рыбку смотреть. Что тут есть? Что ловится, да? Оп, сразу поклевочка пошла. Хорошо. А может, фрикцион это и есть скорость мотания вот этой катушки? Когда слишком крупная рыбка, может быть, на пятерочку хотя бы прибавлять. Но я ж не прибавляю там на 90, не знаю, на максимум, там, насколько возможно. Чуть-чуть. Снова судак. Судаков, кстати, мы еще с вами не ловили. У нас потому что новая местность сейчас с вами. Прикольно. Классненько. А может, слушайте, вот смотрите, мы сейчас судака закрыли и будем сразу другого кого-то ловить. А он вообще вот на такую штуку ловится, а мы на другую поймали. Прикольно. Так, а линь. Тоже бойлы, да? Что там? Фрукты, клубника, клубника, фрукты, плотва. Опарыш. Окунь. Окунь на такую вертушку, что ли, еще ловится, да? А давайте вот такую МО купим. Она какая-то, я смотрю, универсальная. На нее хорошо ловится, да? Можно креветку ловить. Интересненько. Креветка, это классно. Ага, вот на такую еще, да, наживку форелька ловится у нас. Ё-моё, я сейчас с лодки не выйду, да, отсюда? А меня не выпускают, прикиньте. А мы сейчас сядем и слезем. Во, вот так вот.
по-хитрому. Я поближе подошел, чтобы поменьше расстояние было. Ой. Тихо. А что происходит? Я в воду наступил, типа. Я так смогу поймать? Нифига, баг. Короб зеркальный. Ребята, я баг нашел, пользуйтесь. Не, на самом деле не надо. Баги надо фиксить, да? Так, это у нас тоже вроде бы плевало, нет? Блин, наверное, лучше не вытаскивать. А когда вытаскиваешь, используется наживка, по-моему. Блин, а как тут? Краю не подходить, что ли, сильно? Как быть-то? Короб зеркальный снова. Вот у нас карпицы зеркальные, да, пошли? Можно, конечно, всю наживку изловить. Вот так вот. Не, давайте вытащим. Оно и так у берега. Вот так вот закинем как вправо чуть, да? Вот и поклевочки пошли у нас. А как нам сейчас к спиннингу-то пыхнуться? А мы вот так вот сейчас возьмем. И вот так вот. И уже не уйдем, да, с ним никуда? Ё-моё. Давайте его смотаем, просто возьмем в руки и вылезем отсюда. Блин, там опять клюет, ё-моё. Как быть-то? Так вот делаем. Теперь садимся. Встаем. Встаем. Что-то я вообще всю игру, блин, сломал нафиг. И теперь пытаемся вытащить. Вот что-то крупненькое. Что-то хорошее. Люблю вот этот треск. Слышать. Это значит, что-то мы сегодня будем кушать большое. Я в натуре баг нашел, походу. Господа. И она ближе к тебе оказывается. Короче, там к краю лучше не подходить. А то мало ли что-то баганется. Удочка сломается или исчезнет, или еще что произойдет. 5,5 килограмм карп. Ни хрена себе, рыбеха. Вот, слушайте, еще какой-то вид рыбы поймали. Это же вообще классно. И тупо на одну и ту же наживку мы уже 3 вида поймали. Ну, не меняю, я имею в виду. Ничего. Так, классненько. Все, берем спиннинг. Так, слушайте, а мы же что-то хотели на спиннинг поставить, нет? Давайте попробуем поставить... Опять звенит. Давайте попробуем поставить такую штукенцию. Наживки. На кую там ловили-то? Так. Блин, как же она выглядела? Вот такая, что ли? Просто силиконовая рыбеха. И шо? Так, ну-ка подождите, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Нам надо прогрессировать, надо разное ловить. VIP, MD, циклоп. Блин, тут, наверное, такой вообще нет, не продается. Это, наверное, с другого этого кто-то пришел. VIP, тут даже VIP нету, просто VIP. Твистер? Твистеры, да, они называются, вот как. Может на воб попробовать? На воблер ловить? Или нет? Ну, я что-то не знаю, слушайте. Ладно, пофигу. Пока так покидаем. Может, что-то так попадется. Так. Хорошо. Отсекаем. Давай, родной. Айда к папочке. Что там? Карп зеркальный, нормально, 2 кг. Надо пойти, кстати, рыбу скинуть на продажу. Посмотреть, что стоит она у нас. На 60 мы продаем, нормально. 50 монеток сверху плюс. Это я еще сейчас продал... Травку вот эту всю продалась. Травка у нас вся с первой карты, да? С первого водоема. Еще 500 монеток у нас добавилось. Так что вы не думайте, что вы тут сильно это в плюс уходим.
Пока что что-то не особо чувствуется. Не, ну какую-то удочку тут надо будет, да, наверное, минимальную. Так, чисто, чтобы сидеть, закидывать каких-то мелочей, ловить ёршиков, там, червяка, там, удочку. Или тут на донку абсолютно все ловится в этой игре. Ну, просто донка — это когда приманка лежит на дне. Правильно? Правильно. А удочка, удочку можно регулировать и на 10 высоту сделать, и всяко разно. Можно просто донку закидывать у берега, и тогда меньше будет получаться высота, глубина. Нифига тут что-то ловится, слушайте. На вот эту вот темку, да? Это мы на что сейчас ловим? На клубнику, на этой удочке. Мобайлы долго не заканчиваются, в принципе, это окупится. Это будет плюс. О, скарпик, 170 грамм. Вот сейчас я близковато, да, закинул? Заброс сделал. Ладно, сидим. Опять на ту же самую, прикиньте. Вот на клубничку можно вообще фармить и фармить. Блин, нам бы трофейную рыбочку, да? Было бы супер. Новый зеркальный. Снова туда же забрасываем. А на траву что-то на эту ни хрена не ловится. Может, в каком-то определенном месте на нее надо ловить. Просто, допустим, тот же линь на первой карте ловился только с другой стороны магазина. А здесь, фиг знает. Так, и здесь снова у нас что-то поймалось. И это снова он. Снова зеркальный, килограмм 400. Нифига подряд клюет, слушайте. Вот чуть-чуть вот вправо вот так забрасываешь, получается. А, ну это не вправо, это в середину. Прям вот выходишь на вот этот... На вот этот вот мостичек. Номер 6. Ой. Не надо нам в лодку. Я хотел удочку взять. Во, и опять клюет сразу, смотрите как. Просто подряд. Короче, кому денежка нужна, просто клубничкой закупаетесь. Штучки 3 бойла этих сразу берете. Упаковочки 3, да, бойлов. И сидите, фармите денежку. Еще и рейтинговая. Нифига, уже 3300. Быстро подняло. Интересно, интересно. Так, фонарик вырубаем. Сидим дальше. Опять клюет. Вот я вот что, только хотел паузу нажать. Сразу же ловится. У нас сегодня бесконечный клев получается. Опять зеркальный, да, снова. Блин, хотелось бы что-то другое поймать, а то мы что, на видео одно и то же ловим. Ну, опять же, мы, конечно, уже трех видов рыбы поймали. Но все равно. Так, господа, что-то клюнуло опять у нас. И опять, и снова, и опять. Вот что-то тяжеленькое такое, по ощущениям. Но леска сматывается легко. Возможно, тяжеленькая, но рыбка не сопротивляется, да? Это снова зеркальный? Нет? Да, это снова зеркальный, но уже 2800. Офигеть. Вот это улов сегодня прет. Вот это да. Вот мы сегодня с вами станем богатыми. Это если... Представьте, если три донки клубничкой оснастить, да? Если клубничку навешать. Нифига себе будет, какой улов. Ой-ой-ой. И тут сразу что-то клюнуло огромное. Огромное и большое. Прямо крупничок конкретный тащим. Тащим, смотрим, смотрим, тащим. Что-то вообще прям упругенько идет так. Хорошо. Это еще учитывая, что он спиннинг навороченный новый. Ну как навороченный такое? Спиннинг для начинающих, назовем его. И опять клюет сразу же. Капец, клубничные бойлы и ридонки, это вообще, я не знаю, это фарм денег конкретный. Если вам чисто нужны деньги, это фарм денег. Ни хрена там рыбеха какая тащится. А что такая большая-то? Щучка. Поводок поврежден. 5600. Да пофигу, зато мы какую щуку поймали, да? У нас поводочек навернулся. Хрен с ним, с поводочком.
Так, зачем я сразу закидываю? Не знаю, может что-то клюнет, пусть стоит, похрену. Вытаскиваем сразу. Слушайте, клубничный бойл — это вообще имба. Это такие... Какой фарм? Денег, я не знаю. 2800 снова карпа. Не, ну просто представьте, я подряд закидываю, но сразу клюет, я даже не успеваю паузу нажать. Да ё-моё, я что-то застреваю тут в текстурах. Я, наверное, зря просто здесь лодку поставил, поэтому я и падаю. Это как баг засчитывается. Игры. Так, давайте посмотрим, сколько у нас по деньгам это выйдет. Это по деньгам 63 монетки. Блин, не так много денег, конечно. А сколько бойл стоит, подождите. Вот, допустим, 63 монеты, а мы покупаем бойл клубнику за 20. Вообще классно. 15 штучек. Мы их еще даже все не истратили. Неплохо, неплохо, слушайте. Классненько. А давайте на этот тоже поставим клубнику. Ну что-то оно не хочет оно клевать на траву, на эту. Она в каком-то определенном месте. Напишите, что ли, в комменты, где рыбачить. Тени, кстати, я добавил под видео. Вы мне писали в комментариях, что без теней не очень красиво. И тени я добавил. Давайте тоже сюда поставим клубнику, что ли. Ну так, чисто подкормить денежку. Жду от вас еще сообщение. Сообщение я. Что можно купить на 5000? Такое классное. Может, какую-то донку навороченную купить прям. Третью. Лучше, чем эти. Или какой-то спиннинг суперский прям собрать. Я не знаю, офигенный. Давайте туда попробуем закинуть. Ну, не знаю, в общем-то. Но было бы прикольно рыбачить чисто на 3 донки. Но опять же, спиннинг, он тоже нужен. Но если этот не продавать, оставить его. Закрывать водоемы, да, там щуку какую-то ловить такое. О, хорошо. Здесь, слушайте, тоже сразу клюнуло. Но нам бы какого-то бы другого вида рыбку. Ну уж ладно. Что-то у нас видео будет чисто формовое такое. Вот сами видите, я даже на паузу не нажимал. И хоп, и сразу же клюнуло. Прикольно. Кайф. Так, ждем дальше. Ага, только хотел паузу нажать. Как видите, не нажимал. Опять клюнуло, сразу же. Ни хрена тут клёв идет, вообще жесть. Вот просто мы с вами рандомно, ну как рандомно, посмотрели, что на водоеме в топе, килограмм 700. И вы установили на удочку, да, на донку. И просто ловим без этой, без прикормки, без всего. Ой, вообще легко, да, ловится. Слушайте, тут что-то перестало клевать. Давайте туда тоже закинем. Нифига, тут можно бесконечно дергать. А если их 3, то можно вообще бесконечно дергать. Это прям фарм денежек конкретный. Так, видео и назовем как-нибудь. Связано с заработком, да? И рейтинговое все. Ну, блин, щучек рейтинговых редко вылавливали на том водоеме. У нас вот получается, мы уже 4 рыбки с вами выловили, да? Не, в рейтинг нам пока можно не пытаться даже выйти. Нам надо крупняк ловить конкретный. Так, господа, только я отошел на Авито там на сообщение ответить и сразу же. Слушай, опять клюет. Классно, кстати, игру сворачиваешь. И слышно, что у тебя клюет. Карп попался у нас. Замечательно. Опять что-то одна клюет, а вторая нет. Почему? Как это работает, я не знаю. Вон, рыбешка прыгает, но не клюет. Так, видим снова поклев. Блин, меня что-то бесит эта вот скорость. Постоянно туда-обратно ее щелкать, да? Ну, слушайте, ни хрена себе, мы сейчас с вами подформим тут. Ой. Ты чё? Успокойся, рыбешечка. Килограмм 100, блин, а... По ощущениям, как 6, я не знаю, килограммовые. Вот видели, что делается? Вот это вот что вот сейчас? Как вы это можете объяснить? Это разве не фарм денег? Ни хрена прыгает рыба. Дорогая, тихо.
Дорогая, я уменьшил детей. Амура поймали. О май гад, на 3700. Хорошо, это мы еще одну рыбку, получается, сейчас с вами закрыли на водоеме. В любом случае, если я даже тут буду вне видео где-то что-то порыбачивать, что навряд ли. Хотя мне первый уже водоем надоел. Ё-моё, как клюет, вы прикиньте. Просто подряд. Последняя рыбка, как на бронзу останется, я вам по-любому покажу, как это дело закрывается на бронзу. Опять же, разновидности бы тоже бы все вам показывать. Какие, на что я ловлю? 4800, охренеть. Что-то, слушайте, доночку у нас сильно повело. Удочку, наверное, надо все равно какую-то. Каких-то пиявок, лягушек ловить, всякую вот такую вот дичь мелкую. Хотя пиявка, она ловится как? Ну, что они там, креветок ловить, не знаю. Пиявка, она ловится на дне, пиявку можно на донку ловить. Водоросли нам дали, подарочек. Спасибки. Так, попробовать продать сходить еще разок. Хотя нет, еще половим постоим. Блин, надо было не продавать, наверное, а попробовать наловить прям полный садок и посмотреть, что по деньгам выйдет из этого. Ну да ладно, пусть будет так, как есть. Вот только я нажимаю кнопочку паузы, и у нас сразу же с вами новый рыбеха клюет. Ну пусть те же самые, но блин, оно клюет подряд, без прикормки. Что такое? Чё, сопротивляться задумал? Вонючка. Краб зеркальный, 2500. Хорошо. Ну, что-то я в жизни про зеркального карпа не слыхал. Золотой, да, вот слышал. Простой карп. И вот сразу опять клюет. Офигеть. Вот это да. Ну, неинтересно одну и ту же рыбку, да, таскать, но... Денежка, денежка. Я думаю, после первого острова, если вы... И не выходя из игры, сразу весь первый остров проходите, то вот это хороший фарм. Потом на старом острове можно, да, вот этот вот карп-линь прикормку использовать и на тесто ловить. Карповое, и тогда топ тоже. Но здесь лучше намного на бойлы. А там, может, кстати, тоже можно было на бойлы рыбачить, я просто не пробовал. Я не видел, они вообще там продаются, нет? Наверное, продаются. Не, ребзя, надо третью донку по-любому. Ну, можно какую-то поплавочную удочку, такую средней прошивости, наверное. Так, чисто на мелочь, на всякую. Спиннинг надо оставить по-любому. И третью донку надо нам покупать с вами. Так, еще рыбешечка. Ну, тут что-то хорошенькое. Вот тут, да, вот. Вот-вот-вот видно по показателям. Вот такое большенькое, вот видно, да. 2 кигя. Ну, слушайте, наверное, можно продавать, смотреть, что получится-то по денежке у нас. 86 денежек еще. Ну, это, грубо говоря, мы за видео уже 150 плюс-минус. Короче, за 30 минут можно нарыбачить где-то 130-150 монеток. Это, блин, прилично так-то, нифига себе. Это если я 100 овощей продаю за 100... Ой, 100 овощей продаю за 500. А эти овощи можно насобирать не всегда. Ну, прикольно, прикольно. И тут просто сидишь, закидываешь и вылавливаешь. Закидываешь, вылавливаешь. Блин, тут на ту сторону-то можно переходить? Я так и не понял. Наверное, нельзя. Потому что здесь перекрыто, там не пройти. А справа я еще не пробовал. Тут, наверное, вообще, кстати, ничего не собрать. Скорее всего, только овощи можно на первой карте собирать. Но все равно, как бы, есть профит ходить на первую карту собирать овощи. Собирать овощи, да? И возвращаться обратно. Мы заплатим за это 22 монеты, но заработаем сколько? Есть профит, конечно. Если даже тут ничего не собрать. В общем-то, ребятки, на этом, наверное, будем прощаться с вами, заканчивать. Вот.
Видео у нас уже идет 30 минут. Не забывайте подписываться на канал. Смотрите весь плейлист в описании. Ссылка есть на полное прохождение этой игрулечки, да? С нуля. Со взгляда новичка. Как от моего взгляда, да? Человека, который никогда не рыбачил и в рыбалке не играл. Вот. Можете посмотреть там. Лайки ставьте, комментарии пишите. Всем удачи, всем пока-пока.